Добрый день всем. Меня зовут Егоров Максим. Я сейчас выйду с дома. Мы сейчас живем на Северном Кипре, нам очень здесь нравится. Прям мечта наша осуществилась. Переехали, как говорится, за границу пожить. Вот. Немножко о себе. 18 лет в сети находимся, 6 лет как в инвестиционном направлении. И когда мне рассказали о «Лови кэшбэк», я сначала как бы так скептически немножечко отнесся, потому что делами был занят. Все, кстати, деловые люди, они все заняты. Им когда предложение какое-то приходит, они сначала говорят, ну, пока занят. Поэтому необходимо, конечно, с ними чуть-чуть подольше пообщаться, поговорить и сказать им о важных вещах. И вот в декабре мне рассказали, в январе мне предлагает мой знакомый Артур Ратнер, может быть, знаете такого, он предлагает «Лови кэшбэк», говорит, здесь все будут, и я испугался и начал активно работать. Теперь, значит, у нас сейчас в структуре получается, я сейчас могу показать свой экран, включите. И получается, у нас сейчас в структуре подключился еще Александр с Новосибирска, он ранее развивал огромную сеть в другой компании, сейчас ее нету, этой компании, и мы сейчас с ним очень активно прям двигаемся с поддержкой нашей спонсорской линии здесь в «Лови кэшбэк». Значит, что хочу сказать? Хочу сказать, что... Так, вот экран сейчас появился. Так, вот, значит, начисление. Покажу вам просто, сколько мы здесь. 34 дня вроде я здесь сегодня уже. Вот 34-й день. Получается, вот видите экран, здесь, значит, 30 тысяч рублей уже списали как лицензиат уже, и получается, вот это было 2 дня назад, 12 да, февраля, сегодня 14, и вот уже начислилась сумма 812 плюс 2582, то есть это 3400. То есть это, если посчитать за эти 2 дня, в итоге в день по 1700 рублей уже вышло. Значит, мне понравились вот такие вот здесь различные идут выплаты. 731, видите, транзакционный кэшбэк, кэшбэк от бизнеса. Это вот от бизнеса, я думаю, вы понимаете, да? Это вот от НТЗ, скорее всего, кто-то купил в структуре, там в маркетинг выделяется дополнительно, это очень интересно. Вот сейчас Ислам говорил про Билайн, это очень интересно на самом деле. Значит, так, дальше... Транзакционный еще небольшой, где-то в день в итоге выходит где-то 350-400 рублей, получается. Вот, видите, здесь одобрено бонус за приглашение 1344 за эти 2 дня и стажерский бонус уже 994 рубля. Значит, смотрите, помните по маркетинг-плану, вот К1, это и есть как раз полный процент. То есть у многих из вас сейчас стоит 0,8. Если вы зайдете в историю, где у вас вы покупки видите, у вас 0,8 стоит. Здесь уже полный 1 стоит. Ну и, соответственно, видите, уже 12624 транзакции прошло за эти 34 дня. И если мы посмотрим, сегодня, это писец просто какой-то, короче, тут залистаешься. Везде понемножку приходит. Это как Байкал, знаете, да, наполняется, и потом, блин, ручейков очень много. Значит, дальше. По статистике, вот здесь я смотрю вот эту статистику, я не смотрю статистику, сколько людей всего установило приложение. Если всего установило приложение, то это 1999 человек. Без одного человека 2000 человек будет. Ну, сегодня уже это будет заполнено. Но, видите, начали тратить только 796 человек из них. То есть часть людей, они окунулись, попробовали, посмотрели, мы с ними работу ведем, и дальше, конечно, статистика будет своя определенная работать. Чтобы понимание было. И стажерами уже 117 человек подали заявочку. Что значит, хочу сказать по данной тематике, то, что я очень воодушевился, когда мне рассказали более детально, разобрался, вник в это все дело, и, конечно, очень легко работает. Я каждый день буквально оповещаю 10-20 человек, «Лови кэшбэк», и вам рекомендую это делать, потому что если не вы это сделаете, то сделают это другие. Особенно если у вас
в контактах телефон, если откроете, 100, 200, 300 человек есть. Вот рекомендую всем как можно быстрее рассказать о Лови кэшбэк. Пусть они будут у вас, и вы получаете от них, как говорится, бонусы, да, чем если они вам с радостным лицом будут рассказывать: смотри, какое приложение классное, включайся давай. Общаюсь с Исламом, мне очень нравится, мне нравится команда ребят здесь, прям мне очень нравится, я чувствую себя комфортно, очень классно, и, конечно, здорово, что сейчас стратегический партнер является еще Visa, платежная система, то, что сейчас ведутся переговоры с другими банками других стран, и это активно будет развиваться по всему миру. Я, по крайней мере, в это хочу верить. Сами знаете, как говорится, ничего надежного 100% нет, но, по крайней мере, все в правовом поле Российской Федерации, все по закону, и меня это очень сильно воодушевляет. Я вам скажу такой пример очень важный. Мне 40 лет, в 22 года мы познакомились с компанией Amway, еще когда я учился в школе милиции, и я уже не занимаюсь Amway, но 6 лет я получаю туда пассивный доход. И, а почему? Потому что они, когда приходят в какую-то страну, они всегда приходят по закону страны. Это очень важно. И всегда остаются там. Также и здесь. Вот это меня очень сильно зацепило, что полностью по закону, все в чистую, все в легальном поле, и можно спокойненько двигаться. И никаких нету вложений, никаких рисков вообще для нас нету. Социальный проект. Все, что могу сказать. Спасибо. Макс, спасибо большое. На самом деле очень круто, что у нас такие ребята включаются и имеют большой бэкграунд, имеют возможность и, скажем так, классное видение. Они очень быстро понимают, что проект дает большие возможности и на перспективу это на самом деле очень большие деньги, друзья. Поэтому пользуйтесь калькуляторами, смотрите, берите пример вот таких ребят, которые, ну вот, как Макс сказал, что буквально практически за полтора месяца он вышел уже на достаточно хорошие результаты, и ручеек, про который он сейчас рассказывал, он будет все расширяться, расширяться, и когда-нибудь он превратится в бурную реку. За счет чего? За счет партнеров, которые он выстроил, партнерскую сеть, и партнеры будут ставить бизнеса. Вот это наша, опять-таки, напоминает наша целевая история, именно через бизнес мы соберем очень большую клиентскую базу, и вот этот ручеек будет превращаться действительно в такую полноценную реку и будет, скажем так, монетизировать каждого из вас.